Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Naomi от производителя InbeLight. В коллекции предлагаются люстры на 3, 4 и 5 рожков. Также есть еще бра с одним рожком. Абажуры здесь из ткани с таким легким бежевым оттенком. Ткань здесь с пропиткой, поэтому она имеет такую глянцевую поверхность. Размер абажура 15 сантиметров на 15. Они здесь поворотные, поэтому поток света можно будет направлять, изменять его направление. Каркас люстры из металла и дерева, цвет венге, то есть темно-коричневый. Патроны Е27 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочки приобретаются отдельно, я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт. А выдает каждая такая около 50. Включенной люстра выглядит вот так. Ткань слабо, но все же пропускает свет. А основной поток света здесь, конечно же, будет выходить в нижней части абажура. Поэтому возможность поворачивать, направлять абажуры в данном случае вполне оправдана. Подойдет данная модель для комнаты площадью от 15 до 20 квадратных метров. Типы назначения комнаты могут быть любыми. От потолка она отступает всего лишь на 24 сантиметра. Крепится люстра с помощью монтажной планки. Размер основания 13,5 сантиметров на 13,5. Оно из дерева. А длина самой планки 9 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.